spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена бюджетная серия безинерционных катушек Акаруй, которая выпускается группой компании Tanar под маркой Helios. В линейку вошли две модели весом 286 и 301 грамм с одинаковым передаточным числом, составляющим 5,1:1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 2500F. При производстве антикоррозийного корпуса и облегченного ротора берется популярный композитный материал. С его помощью получилось совместить одновременно прочность и небольшой вес катушки. К тому же осталась высокая надежность конструкции в целом. Чтобы снизить вибрацию во время вращения ротора, применяется его компьютерная балансировка. В катушках устанавливаются 5 подшипников из нержавеющей стали. Из них 4 штуки шарикового типа и 1 роликовый. Для предотвращения проворачивания в обратном направлении используется мгновенный стопор. Алюминиевая шпуля, по заявлению производителя, изготовлена методом холодной ковки. В зависимости от модели, лесоемкость составляет 170 или 195 метров монофила диаметром 0,30 мм. Для фиксации предусмотрена небольшая пластиковая клипса. Также отметим наличие увеличенного ролика лесоукладывателя, способного снижать перекручивание лески. Регулятор мультидискового фрикционного тормоза имеет переднее расположение и оснащен системой точной настройки. В нижней части корпуса мы видим компактный рычажок реверса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки. А после переключения ручку можно крутить в обе стороны. Сама рукоять изготовлена из алюминия и оснащается пластиковым Т-образным кнопом. Чтобы прижать ручку к корпусу на время хранения или транспортировки, необходимо ослабить прижимной винт с противоположной стороны. Также есть возможность из леворукой модели сделать праворукую. А теперь давайте разберем катушку Helios Акаруй и посмотрим, как она устроена. Внутри находится механизм, который является простой и надежной конструкцией. Однако стоит избегать падения катушки в воду или на твердой поверхности, а также оберегать ее от грязи и песка. Еще рекомендуем своевременно производить хотя бы элементарное ТО. Все это позволит продлить срок эксплуатации. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.